Жильцы дома номер 107 по улице 10 Сосневская больше полугода не могли добиться, чтобы им отремонтировали крышу. Зимой под тяжестью снега провалилась кровля. Делать ремонт управляющая компания не спешила, а дырой в крыше дело не ограничилось. Тем более этой зимой сосульку сбивали, разбили трубу. И вот этот кипяток шел мне опять же в окно. Но они отвечают, что за рамы мы не отвечаем. Это ваша рама, вы ее и ремонтируете. Потолок весь промочен. Все. Сгнило, там обои сгнили в углу. Кто будет делать? Они молчат. В результате долгих попыток достучаться до чиновников жильцы добились результатов. Но не тех, на которые рассчитывали. 17 мая приехали, легковая машина приехала, вытащили 5 листов рубероида. Это уже не 40 квадратных метров. 3 листа разбили на планочки, вот на такие вот, на 4, и затащили на чертак, и один их наложил, начал накладывать. Я еще пошутила с этим рабочим, говорю, вы мне объясните, до весны-то это простоит у меня. Он говорит, нет, тут все сгнило, летом еще упадет. За качество проведенного ремонта, как выяснилось, никто не отвечает. Управляющая компания предлагает жильцам собрать деньги на очередной ремонт фасада здания. А на вопрос об испорченных оконных рамах отвечает, что они не являются общим имуществом дома и должны ремонтироваться за счет самих жильцов. Госжилинспекция так комментирует ситуацию. В отношении данного дома и конкретно вот обращения Тимофеевой в госжилинспекции проводилась проверка. Выдано было предписание управляющей компании ОАО «МУК». С выполнением, ремонта над квартирой номер 3, кровли. Предписание было выполнено, составлен акт. В настоящее время кровли не течет. Жилище признается аварийным в том случае, если степень его износа достигает 70%. Дом по 10-й Сосневской не попадает под эту категорию, но общее состояние здания вызывает сочувствие. Гнилая кровля и трещины в фундаменте не являются поводом для того, чтобы признать жилье аварийным или ветхим. Капитальный ремонт производиться не будет, и жильцов никто не расселит. Видимо, чиновники считают, что этот дом вполне пригоден для жизни. Жильцы почти оставили надежду на то, что дом будет качественно отремонтирован. Но пускать все на самотек не собираются, иначе кровля развалится от первого сильного ливня. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.